Слушай. Что я в жизни успею? О, новые лица. Как тебя? Я торговец местный. Гавайец. Да-да, есть одно дельце. Плохо! Но далеко не простое. Что думаешь? Смотри, вот тут около моста, что у завода Юпитер, пару часов назад кто-то стрелял из автомата. По звуку похоже на калаш, но не суть. Нужно сходить проверить, что за херня там произошла. Я знаю, идти далеко, да и места там дикие, но нужно срочно проверить. Берешься? Как ты понимаешь, у нас тут каждый сталкер на счету. Вот спасибо! Ну и удачи. С наградой не обижу, обещаю. Ну, давай попробую. Я думаю, ты знаешь, что территория эта открыта сравнительно недавно. Многие места здесь вообще не исследованы. Могу сказать так. Все, что дальше примерно километра от Янова, почти неизведано. Мало кто решается на такие дальние вылазки, но есть и смельчаки. Слушаю тебя! Ну, здравствуй. Я Глаз. А тебя как звать? Да почти как и всех. Артефакты. Говорят, в аномалиях, что ближе к заводу, рождаются невиданные ранее артефакты. Но по натуре я человек довольно ленивый, поэтому почти все время сижу тут. Ну а что? Тепло, хорошо и не дует в ухо. Сам видишь, я не торговец и даже не техник. Так что какие-нибудь задания у меня бывают редко. Но ты подходи. Может, и будет для тебя что-нибудь. Ну, в общем-то, есть. Короче, ходил недавно с парой сталкеров к заводу. Там, если ты не знал, есть аномалия очень интересная. Бетонная ванна. Ну и все вроде бы шло нормально, да набежали туда собаки. Эх, бля, и Ваньку потеряли. И рюкзак я там свой посеял. А там все, что напоминало мне о большой земле, о родителях. Я думаю, ты понял, к чему я клоню. Сходи к той аномалии и верни мне рюкзак, пожалуйста. Спасибо тебе, мужик. Смотри, вот тут сама аномалия. Ее ты просто не сможешь не заметить. И если стоять к ней лицом, справа будет фонящий металлолом. Вот где-то там я и выронил его. Я бы посоветовал тебе прикупить антирату Костоправа. Удачи. Привет, брат. Что скажешь, брат? Заходи, мэн. Отдохни с дороги. Легкой дороги. Здоров! Ну вы как дети прямо. Опять дырка. Счастливо. Не болей. Ой, голова, ой.
Дверь стальная, сломан замок. Просто так не выломать. Стоит наведаться к ученым в бункер. Ну, привет. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Привет, брат. Здрав будь, сталкер. Каким ветром к нам? Да, типа научная лаборатория. Здравствуй. Проводим здесь исследования над феноменами зоны. Нет, не только. Вообще многое, что связано с зоной. Выбросы, мутанты, аномалии и куча всего другого. Например, благодаря исследованиям наших коллег появились уже обыденные для вас приборы, детекторы артефактов. Они питаются от батареек, в смесь которых входит крупица артефакта «Бенгальский огонь». Благодаря ему детекторы работают очень и очень долго. Также было замечено, что артефакты реагируют на специальные инфракрасные лучи и под специальным углом могут как исчезать, так и проявляться... Да, конечно смогу. Нет, извини. Нет желания заниматься этим. Да и опыта в таком роде нету.
Ну, привет. Приветствую, сталкер. Что забыл в нашем бункере? Я Паша, местный завхоз. Отвечаю за ресурсы и материалы. Кстати, работа не интересует. Ты вообще как? Заброшек не боишься? Но ты нудный. Это скорее личная просьба. В общем, вот тут недалеко от карьера есть старый цементный завод. Говорят, что цементным он никогда не был, но мне как-то все равно. Дело вот в чем. Там рядом есть аномалия, плавни ее называют. И вот примерно неделю назад к этой аномалии отправилась группа сталкеров. Кстати, сама эта группа обосновалась тут недалеко. Они вообще нам помогают с недавнего времени. Ну и заметили они какое-то свечение в окне завода. Я думаю, сам понимаешь, что диковинные арты здесь не редкость, да? А вдруг повезет. Не мог бы ты сходить к этому заводу? Попробуй разобраться, что это светится. Оплачу достойно. Наука не забывает тех, кто ей помог. Отлично. Кстати, если тебе интересно, можешь сходить к этим сталкерам. Их главный тебе сможет рассказать все, как было. Слушаю тебя. Новые лица в нашем бункере — большая редкость. Все называют меня Герман. Как к вам обращаться? Да, рассказывать тут особо нечего. После того, как некий стрелок отключил выжигатель Кайманова, который на правильно выстроенной частоте вызывал отмирание нервных клеток в мозгу, но правительство и решило, что обустроить здесь научную базу — отличная идея. Да-да, я слушаю. Добровольцев и отправили. Знаете, я ни о чем не жалею. Ведь здесь у нас есть возможность изучать что-то действительно новое. То, что может помочь всему учу. А, вы про команду Черепанова? Нет, у нас есть группа, которая занимает работу. Есть. Смотрите, вот тут недалеко от завода, видели, есть какое-то депо. Черт его знает, что в нем. Это нас не касается. Нас действительно интересует аномалия, что появилась совсем недавно над ним. Отправить туда отряд у нас нет возможности. А хотя бы посмотреть структуру и природу аномалии нужно. В общем, мы вам дадим прибор. Его надо будет установить недалеко от этой аномалии. После активировать его. И если вы все сделали правильно, он еще сканирует. Так что, возьметесь? Вот и славно. Сканер можете взять у нашего техника Новикова. Он объяснит вам подробнее. Замок? Боюсь спросить, зачем вам это? Вроде оружие у вас есть, не так ли? Сомнительная идея. И глупая трата материала. Я знаю. За кислотой пришел. 500 рублей. Ну давай 500 рублей и забирай кислоту. Слышь, а ты че орешь? Ща, ребят, свистну. Быстро твое личико деформирует. Усек. 1000. Герман без моего разрешения может брать лишь для себя. А вот для того, чтобы взял ты, нужно мое разрешение. 2000. 4000. Ну ничего, подходи, когда будут. Ну давай. Пока. Ну, рассказываться люблю. Слушай, мы тогда хотели пойти к плавню, артов для Германа пособирать. Вдруг увидели какой-то туск. Парни, не расслабляемся! Возможно, еще не все. Парни, не расслабляемся! Возможно, еще не все! Ну, привет! Всем спасибо, все свободны! Так ты и есть тот доброволец,